Короче говоря, играем в Бравл Старс. Сегодня целый день со мной будет сидеть мой друг Пашка, которого наняли мои родители как няньку. Я залипал в книге. Пашка поздоровался со мной. Как профессиональный нянька-вод сразу предложил мне весь день залипать в телефоне. Так меньше ущерба ты нанесешь мне, квартире, да я буду спокоен. Я ответил Пашке, что еще наказан родителями за плохое поведение, и мне еще целых 4 дня нельзя брать в руки телефон. Послушай, я не твои предки, поэтому можешь брать телефон и играть сколько хочешь. Я могила. Нам вчера на уроке труда рассказывали про вред радиоволн от мобильных телефонов. Так, я не понял, ты играть в мобилу хочешь или нет? Не задумываясь, я ответил, конечно, хочу. Ну вот, а то я тебя еще упрашивать должен. Эш, ты какой. Наконец наступил тот заветный момент. Я только собрался погрузиться в прекрасный мир Бравл Старса. Мне, кстати, нужно было прокачать Спайка. Как тут Паша забрал у меня телефон и сказал: а это вообще адекватная, нормальная игра? Бравл Старс, ну конечно да. А, ну тогда ладно, играй в свой Бравл Старс, а я пойду в ТикТок позалипаю. Да пофиг вообще. И игра поглотила меня целиком и полностью. Примерно через час, когда Пашке надоело тупеть в ТикТоке, он решил уточнить у меня, насколько интересная игра Бравл Старс, в которую я залипал уже полдня. Слышь, малой, смотрю тебя за уши от этого Бравл Старса не оттащить, а я смогу в нее сыграть. Рыцарь 25-тысячного кружка кубков обязан всегда обучать Бравл Старсу, если просят, даже нуба, как ты. Мы создали новый аккаунт, и я принялся обучать Пашку ведению тактического боя в Бравл Старс. Делал я это не просто так, ведь через месяц начнется турнир с призовым фондом в 1 000 000 баксов, а мне нужна классная команда. Пашка тренировался без остановки 12 часов, пока его обе руки не свела судорога, и он не смог играть дальше. Ну чё, сколько кубков? Спросил я. 1562. Тю, ну ты вообще полный нуб. Мы такими темпами не то что на чемпионат не успеем, а про 1 000 000 баксов вообще забыть можно. Непонятно, то ли моя речь, то ли слова про 1 000 000 баксов так подействовали на Пашу, но уже через минуту он продолжил тренировку в Brawl Stars. Только я хотел похвалить Пашку за хорошую работу, но очередная судорога вывела Пашу из строя еще на несколько часов. Вот она, первая спортивная травма, подумал я. Ладно, не сыв компот, я займусь прокачкой всех персонажей. И пока Пашка корчился от боли на диване, я принялся прокачивать наш новый аккаунт. Прошел 1 час. Спустя совсем немножко времени я прокачал полностью весь аккаунт и открыл всех персонажей. Пашка очень сильно удивился. Слышь, а как это у тебя так быстро получилось? Как-как? Купил гемасов на все бабки, которые были у тебя на карточке, и прокачал. Вот и все. Японские ананасы.